Методы распределения товаров и услуг. Цель занятия – обеспечение систематизации изученного материала и развитие логического мышления студентов. План состоит из изучения следующих вопросов занятия. Значит, первый вопрос – задача распределения, второй – канал распределения, третье – физическое распределение, то есть товаропродвижение. Четвертый вопрос – выбор мест деятельности. Пятый – оптовая торговля. Шестой – розничная торговля. Система оценки знаний базируется на следующих приведенных критериях. Первый вопрос о задаче распределения. На стратегическом уровне производитель делает выбор между прямым сбытом и сбытом с включением промежуточных звеньев, таких как оптовая и розничная торговля. На тактическом уровне решаются следующие задачи. Работа со старыми клиентами и привлечение новых клиентов, получение заказов, организация выполнения заказов и поставки, максимальное быстрое получение оплаты за продукцию и услуги. Кроме того, имеется еще ряд конкретных проблем физического распределения. Они заключаются в поиске компромисса между уровнем сервиса поставки для клиентов и затратами на поддержание этого сервиса. Второй вопрос – канал распределения. Канал распределения – это путь, по которому товары движутся от производителей к потребителям, благодаря чему устраняются длительные разрывы во времени, месте и праве собственности, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел бы ими воспользоваться. Члены канала распределения выполняют ряд очень важных функций. Первое – это исследовательская работа. Второе – стимулирование сбыта. Третья функция – установление контактов. Четвертое – приспособление товара. Пятое – проведение товаров. Шестая функция – организация товаропродвижения. Седьмая – финансирование. И восьмая – принятие риска. Каналы распределения можно охарактеризовать по числу составляющих их уровней. Уровень канала распределения – это любой посредник, который выполняет ту или иную работу по приближению товара и права собственности на него к конечному покупателю. Протяженность канала обозначается по числу имеющихся в нем промежуточных уровней. Канал нулевого уровня состоит из производителя, продающего свой товар непосредственно потребителям. Одноуровневый канал включает в себя одного посредника. Двухуровневый канал, соответственно, включает в себя двух посредников. И трехуровневый канал включает в себя трех посредников. Ими являются оптовые посредники, мелкие оптовики и розничные посредники. Канал товаропродвижения, содержащий нулевой уровень, относится к прямому типу. Ценовая политика в основном связана со скидками, которые участники сбыта получают за выполнение торговых функций, массовые закупки,
платеж наличными, а также с размерами комиссионных. Система сбыта товаров – ключевое звено маркетинга и своего рода финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до потребителя. Физическое распределение, то есть товаропродвижение. Товаропродвижение – деятельность по планированию, по претворению в жизнь и контролю за физическими перемещениями материалов и готовых изделий от мест их производства к местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и коммерческой выгоды для фирмы. Выбор мест деятельности. Рассмотрим критерии выбора мест деятельности, так как они играют важную роль для организации распределения продукции. Расположение предприятий определяется в первую очередь техническими требованиями и условиями, например, наличием и возможностями доставки сырья, источниками энергии, традициями, которые влияют на подготовку и квалификацию рабочей силы. Кроме того, почти всегда учитываются предоставленные правительством или местными властями субсидии и налоговые льготы, через которые государственные органы пытаются уменьшить недостатки отдельных территорий и повысить их привлекательность в качестве места деятельности предприятий. Если производство требует значительных затрат труда, то большую роль играет различие тарифных договоров, заключенных в разных регионах. Некоторые предприятия ряда стран, например, по производству одежды и обуви, вывели свое производство за границу, несмотря на то, что они вынуждены теперь платить пошлины и нести транспортные затраты. Оптовая торговля – любая деятельность по продаже товара или услуг тем, кто приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. Оптовик – фирма, приобретающая значительное количество товара у различных производителей и организующая их движение в розничную торговлю либо непосредственный сбыт потребителю. Оптовые торговцы отличаются от розничных. Во-первых, оптовик уделяет меньше внимания стимулированию, атмосфере и расположению своего предприятия, так как он имеет дело преимущественно с профессиональными клиентами, а не с конечными потребителями. Во-вторых, по объему оптовые сделки крупнее розничных, а зона торговли оптовика обычно больше, чем у торговца розничного. В-третьих, в отношении права и налогов правительство подходит к оптовым и розничным торговцам с разных позиций. Практически все оптовые сделки используют кредит. Розничная торговля. Любой товар должен с минимальными издержками и как можно быстрее дойти до конечного потребителя. Наиболее полно удовлетворить потребности клиента, обернуться в деньги, обеспечить прибыль предприятию как залог его будущего стабильного процветания. Для того, чтобы слаженно действовал весь этот механизм, механизм товаропродвижения, и извлечение максимальной прибыли на всех уровнях необходимо, чтобы товар нашел своего покупателя. И задача розничного торговца – подыскать покупателя товару и сделать товар привлекательным в глазах будущего хозяина. Самое важное решение, которое предстоит
принять розничному торговцу. Это выбор целевого рынка. Не выбрав целевого рынка, не составив его профиля, невозможно принимать последовательные, согласующиеся между собой решения относительно товарного ассортимента, оформления магазинов, рекламных обращений и средств рекламы, уровней цен и тому подобное. Руководству магазина нужно четко сформулировать образ магазина, ответив на вопросы, каков должен быть интерьер, насколько легко делать покупки, насколько высокого качества товары, насколько широк выбор товаров, цены, продавцы приветливы, услужливы, насколько удобно расположение магазина по сравнению с другими. Послепродажные услуги, они включают в себя доставку, упаковку покупок, подгонку товара, лояльное отношение к возврату, переделку товаров, доставку наложенным платежом. Дополнительные услуги, справочная служба, кредит, кафе, ремонт, комнаты отдыха, оформление интерьеров. Нужно помнить, что комплекс услуг является одним из решающих орудий неценовой конкуренции для выделения магазина из числа остальных. Атмосферу магазина могут создать творческие работники, знающие, как совместить зрительные, слуховые, обонятельные и осязательные раздражители для достижения желаемого эффекта. А теперь, студенты, для вас задание на понимание терминов. Назовите какой-либо товар длительного пользования, который вы приобретали сами. Постарайтесь восстановить процесс совершения выбора, вспомнить источники информации, к которым вы обращались, и описать ваш подход к решению данной проблемы. Это было первое задание. Задание номер два. Для предложенных товаров, предложенных ниже, сформулируйте перечень товарных характеристик и проранжируйте их с точки зрения значимости для потребителя, в роли которого выступаете вы сами. Задание номер три. Охарактеризуйте понятие товара по замыслу, товара в реальном исполнении, товара с подкреплением на примере. Прохладительного напитка, цветного телевизора, дивана, холодильника, зубной пасты. Задание номер четыре. Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в магазине с вывеской. Чай-кофе, парижанка, черный кот, товары для красоты и здоровья, пятачок. Какие ассортиментные группы могут быть предложены в каждом магазине? Задание номер пять. Разработайте мультиатрибутивную модель следующих товаров, приведенных ниже. Учебник по маркетингу, органайзер, настольная лампа, ежедневник, школьный портфель. После того, как вы выполните задание, студенты, ответьте на контрольные вопросы лекционного занятия. А теперь подведем итоги занятия.
Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что цены, запрашиваемые розничным торговцем, это ключевой фактор конкуренции и одновременно отражение качества товара. Нужно всегда помнить об этом. Проиллюстрировать мысль о снижении цен можно следующим образом. Людям не нужен дешевый товар. Им нужен товар подешевле. Для полного охвата потребителей розничные торговцы пользуются обычными орудиями стимулирования, рекламой, мероприятиями по стимулированию сбыта, пропагандой и методом личной продажи по принципу «каждую дверь». А теперь ответьте на вопросы для самопроверки. В чем заключаются основные задачи распределения товаров и услуг в маркетинге? Перечислите каналы распределения товаров и услуг. В чем сущность товаропродвижения? Как правильно выбрать место маркетинговой деятельности? В чем сущность оптовой торговли? И особенности розничной торговли.